Всем привет! Сегодня расскажу вам, как сделать красивый видеоальбом из фотографий. Плюс данного способа в том, что вам не придется устанавливать дополнительные программы на ваш компьютер. Все делается онлайн с помощью сервиса animoto.com. Ссылка находится под этим видео, так что можете уже переходить и юзать его. Итак, переходим на данный сервис animoto.com и первым делом необходимо зарегистрироваться. Для этого нажимаем кнопку Sign Up в правом верхнем углу, такая зелененькая. Нажимаем. Можно зарегистрироваться с помощью путем ввода e-mail, имени и паспорта, а можно войти через, точнее зарегистрироваться через социальную сеть Facebook. Я регистрировался именно с помощью Facebook. Итак, зарегистрируйтесь любым из двух предложенных способов. Далее необходимо выполнить вход в свой аккаунт. Для этого нажимаем Login. И также можно законнектиться с помощью Facebook, а можно с помощью логина и, точнее, e-mail и пароля. Как я уже говорил, я регистрировался с помощью Facebook, поэтому входить я буду тоже с помощью Facebook. Нажимаем Connect. Так, вход выполнен. Так, это мои проекты прошлые, потому что я уже делал с помощью данного сервиса видео. Данный сервис имеет три варианта аккаунта. Это бесплатный, потом плюс и про. Или 4, я точно уже не помню. Ну, где-то в этих пределах. Мы будем пользоваться бесплатным аккаунтом. Какие в нем есть ограничения? В нем нельзя выбирать профессиональные шаблоны, заготовки для видео. Но я вам потом покажу, что тут существует большое количество шаблонов, которые... бесплатных шаблонов, которые ничем не уступают профессиональным. Так что этот пункт можно в какой-то степени опустить. Далее, второе ограничение, это длительность видео не превышает 30 секунд. Но можно сделать, допустим, 5 роликов по 30 секунд и потом их в какой-то программе соединить, и получится отличное большое видео. Какие еще есть ограничения? Это ограничение базы музыкальных файлов 600 штук. Но я думаю, что 600 штук вам тоже хватит. Так, давайте перейдем непосредственно к созданию видео. Нажимаем кнопку Create. Находится в правом верхнем углу. Такая зелененькая. И теперь необходимо выбрать шаблон нашего будущего видео. Как видите, существуют шаблоны с пометкой Pro в правом нижнем углу и без пометки. Как видите, очень большое количество шаблонов без пометки, так что можно выбирать, подобрать себе какой-нибудь хороший. Но я выберу вот этот Retro View. Можно посмотреть, как он выглядит в действии. Нажимаем на кнопку Play, и мы посмотрим, как он выглядит в действии. Довольно симпатично. Идет начальная заставка, и дальше пойдут фотографии. Я выберу данный шаблон. Для того, чтобы начать использовать его в качестве своего видеоальбома, нажимаем «Создать видео». Идет процесс. И, как видим, у нас открылся план тарифов. То есть у нас Light бесплатный, дальше идет Plus, который стоит $30 в месяц, $20 в день. А дальше идет Plus HD за $100 и Pro идет за $249 в месяц. То есть примерно за 8000 в месяц. Но мы используем Light версию. Как видим, тут есть ограничения по времени видео, потом ограничения по качеству видео, то есть web quality, это будет примерно 640 на 360 разрешение. И как видим, у нас есть ограничения по видео шаблонам. Итак, мы выбрали шаблон, теперь переходим в папку My Videos. Вот здесь вот кликаем по никнейму, переходим в My Videos. Тут должен появиться выбранный нами ранее шаблон. Вот он у меня. И теперь нажимаем кнопку «Продолжить редактирование». Continue Ending. Нажимаем. Идет процесс загрузки видеоредактора. И дальше все делается очень-очень просто. Нажимаем на кнопку «Добавить фотографии». Выбираем «Фото». Выбираем Upload Pictures and Video. Также можно загрузить видео с Facebook, Instagram, Dropbox, Picasso и так далее.
Выбираем фотографии, которые нам необходимы. Так, у меня они здесь. Можно выделить сразу все и нажимаем кнопку «Открыть». Идет процесс загрузки фотографии в редактор. Теперь давайте добавим какой-нибудь текст на данные. К данному ролику нажимаем «Add текст» и пишем какой-нибудь текст. Допустим, «Мои фотки». Ну, вы можете написать любой другой текст. Тут уже зависит от вашей фантазии все. Нажимаем «Save». Как видим, текст переместился в самый конец нашего видео, мы переносим его в начало. Просто драг-н-дропом берем и переносим таким вот образом. Видео почти готово, осталось добавить сюда фоновую музыку. Для этого нажимаем на изображение ноты и выбираем стиль музыки и далее выбираем саму музыкальную композицию. Допустим, Full Music Library. Выбираем. Сойдет Вивальди. Нажимаем Add Song. И теперь мы можем посмотреть получившееся видео. Для этого нажимаем Preview видео. Идет процесс генерации. Он может занимать довольно большое количество времени. Итак, сейчас посмотрим, как получилось видео. Вот такое вот интересное видео получилось. Конечно, очень напрягает тот факт, что нельзя данное видео скачать на свой компьютер, но можно снять его с помощью захвата экрана монитора. Также напрягает то, что отсутствует HD качество. Но, в принципе, я думаю, что если уж так сильно охота создать видео, то можно заплатить 700 рублей и пользоваться данным сервисом месяц и сделать очень большое количество различных видеоальбомов. То есть можно нафоткать фотографии и потом сделать уже за месяц очень-очень много различных альбомов. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много полезных видеоуроков. Пока.